23 февраля 2022 года английский Ливерпуль играл дома перенесенный матч 19 тура АПЛ с Лидс Юнайтед и не оставил от гостей ни рожек, ни ножек. 6-0. Душой победителей был уже привычный Мохамед Салах, которому команда доверяла пробивать пенальти, и египтянин не подвел, дважды поразив цель с точки еще до перерыва. Также дублем отметился Садио Мане на 80-й и 90-й минутах, плюс Жуэль Матип 30-я, Вирджил Ван Дейк 90+3-я. Тут важен факт даже не разгромной победы, Ливерпуль покуражился на славу, а то, что подопечные Юргена Клоппа приблизились к лидеру Ман-Сити на расстояние 3 очков, 60 против 63. А это означает обострение борьбы за английское золото в АПЛ до предела. С вами был Саныч, до новых встреч.